подготовочка к рыбалке. Бронзовые, есть белые, есть бронзовые. Странно, раньше все белые были. Бронзовых вообще не видел, теперь перемешка. Откуда-то приплыли. Маленькую воду. Вот завтра поедем опять за налимчиком. Хорошо сегодня. Можно старых запасов не брать, с этим ехать. Штук 60 уже. Красота. Братва, до завтра. Здравствуйте. Здравствуйте, 10 ноября. Дождь, тепло. Вот. Вчера карасиков наловили. Вот они, родные. А сегодня прибыли на место. Пока еще светло. Чайку за варгане, чай попить. Хорошо. Сегодня ветер южный. Прям сбоку будет дуть. Тяга вроде такая средняя, хорошая, не сильная. Нормально. В прошлый раз так более-менее поклевало, потом перестало. Посмотрим, что сегодня. О, что-то все мосты разводят. Летом так не разводили, как сейчас. Вроде машины поехали. Ну ладно, будем чай пить. О, первый. Время 10 часов. Первый только клюнул. Офигеть. Первый клюнул. Ужас. Ну вот еще один клюнул. Слава богу. Пошло дело. Веселее стало, то вообще. Как всегда собрался жрать варить, начало клевать. Аккуратненько так засасывает. Давай, давай, что-то тягал, тягал. А, вон трясет. О, трясет, надо тащить, ребята. Хорошенький.
очень тощий. Еще не наелся. Нормально, третий. Все уже засыпал, не клюет нифига. Глаза закрываться. Тут как по руке дерануло. Надо же головку он клюнул. Позанчик. Так, какой? Четвертый вроде, да, четвертый.